Всем привет, Кент на проводе, и сегодня я буду играть в Майнкрафт, а именно в карту Destructive Worms. Ребята, даем буквально пару секунд, чтобы вы написали, у кого я эту карту своровал, потому что, как обычно, ща пойдет, ща понесется. Кент, да ты своровал карту у Демастера, Кент, да ты своровал карту еще у кого-то. Да, ребят, я, как обычно, своровал карту, так что даем буквально пару секунд, вы там напишите, а мы начинаем. Так, какое же тут управление? Не, слушай, а как тут управлять-то? Все, я понял. Управление тут очень простое. W, A, D, E, S. Лава! Ой, наверное, было горячо. Так, мне надо убить врагов. Вот я вижу подсказочку. Another enemy down. То есть все враги снизу. А, ну хорошо, ну все делаю. То есть мои жители это тоже враги. Хотя не знаю, почему мои, но они враги. Опа, здорово, бандит, здорово! Здорово, минус один. Так, тут еще где-то должны быть скелетоны. Ну, я же эту карту своровал, значит, я знаю, что мне надо делать, да? Тут где-то скелетоны, я их тоже должен уделать. Также на поверхности есть обычные жители. Вот, обычные жители тоже надо уделать. Блин, ребят, очень много у меня противников. Здорово, здорово, бандиты, всем куки, НТПК на проводе. Всех вас порешал, всех вас умножил на ноль. Так, кого можно еще нагнуть? Ребятки, если вам нравится такая вот карта, то, пожалуйста, поставьте лайки, Кент АПК будет снимать вечно. Не, ну ладно, про вечно я загнул, но Кент АПК просто будет снимать эту карту. Так что, ребята, все зависит только от ваших лайков, только от ваших комментариев. Опа, здорово, здорово. Слушайте, ребят, мне еще много противников осталось убить, потому что я без понятия. Я вроде и так уже много кого наказал. У меня 93 коина. Ой, ну неплохо. Ага, у меня, смотрите, ребят, у меня поины отнимаются со временем. Видите, вот справа есть скорость, это мои очки, да? И со временем они отнимаются, ой-ой-ой. А это нехорошо, потому что, как я понимаю, чем меньше у меня очков, тем меньше я сам. Ой, не, ребят, это вообще не торт. Слушайте, а куда вообще пропали-то? Вообще никого не... А-а-а, лава! О, как горячо-то. Не, лава это зло, не-не. Лаву я не люблю. Давайте как-то пройдем ее боком. Я офигею, ребят, 60 очков, да я походу уже все помру, да? Было приятно иметь с вами дело, но, скорее всего, кенту пришел конец. Опа, житель, здорово, опа, плюс очки, а, не, ну, в принципе, еще, возможно, выживу. Так, а тут кто-то есть в этом уютном домике? А, походу, никого, да? Ну, давай заворачивай, ты что-то по прямой идешь. Опа, коровка, здорово, лошадки, всем привет, всем ку, всем приятного аппетита. Ну, это те, кто кушают и меня смотрят. Всем шалом, 95 очков, ну, ребят, как по мне, неплохо. Правда, я еще не пол, кого мне надо убивать. Короче, убиваю всех, кого только можно. Чё со мной? Кент живи, хэштег Кент живи. Эх, ребята, было приятно иметь с вами дело, но я, как обычно, застрял хрен пойми где. Ну, чуть за дела, и что мне делать теперь? Вот, блин, это штаны 40 гривен. Братан, давай живи. Братан! Слушай, а можно как-то в креативе сломать? А ну, давайте пытаюсь зайти в креатив. А ну-ка, как там? Гейммод 1. Ребят, я извиняюсь, но тут уже реально без вариантов. Гейммоды 1. А, неизвестная команда. Я правильно ввел? Да, правильно. Гамми-моды 1, ну чё, ребят, не варик. Тогда знаете что, давайте гамми-моды креативы, только с маленькой напишу, то мало ли гамми-моды креативе. Все, ништяк, о, братан, я тебя спасу, все нормально, не кипишуй. Ты главное живи, ты главное держись, Кента пока для тебя сделает все, что только можно сделать. Так что ты давай не умирай, потому что ты мой хороший друг, как-никак. И тем более я люблю Слизарио и все такое. Так, ну что, я выхожу из креатива, и мы продолжаем. Survival. Ну, survival. Блин, я умер! Как? За что? Эх, не судьба кенту затащить. Ну, давайте еще раз тогда. Не повезло в первый раз, повезет во второй. Не, вот жалко, что я перед тем, как поиграть на записи, я не пробовал играть без записи. Это мне сильно мешает. Слушайте, что-то вообще карта зависла. Ой-ой-ой, что-то за наркомания. Блин, кента плющит. Ну, как обычно, кирпич мне в рот этот поворот. Это что такое? Окей, ребята, я буду перестанавливать карту. По всей видимости, придется немножко попотеть.
Блин, как тут на паузу нажать? Всем привет, Кент на проводе, и мы продолжаем играть. Чё-то Кенту в первый раз не повезло, не подфартануло. Или как там говорится правильно. Ну, короче, ребят, продолжаем. Сейчас я точно убью всех врагов. Правда, главное понять, кто это враги. Если жители враги, то надо убивать и жителей. Если жители не враги, то зачем их убивать? Что они мне плохого сделали? Так-то жители нормальные, мужики. Здорово, здорово, бандиты! Владимирский централ, ветер северный, Кента пока пришел. Опа, кто тут авторитет? Кто авторитет на хате? О, все, скелетоны, давайте, до свидания. Минус 2, ну неплохо, неплохо, давайте дальше. Кого мы еще можем тут найти? Лава, не, лаву не надо. Фух, пронесло. Так, как я понимаю, все враги где-то снизу, потому что, ну, у меня была подсказка в начале игры, и там было написано, что все враги снизу. Ну, давайте их найдем. Опа, жители, здорово, бандиты! Я вас тоже скушаю. Потому что я не знаю, вы мои друзья или вы враги. Поэтому на всякий случай лучше я вас скушаю, а там уже посмотрим. Так, опять лава. Не, лаву я не хочу. Лава это плохо. Ой, блин, это было горячо. Ну, давайте этого жителя тоже схаваю. Да что такое? Это что такое? Ну, что меня приплющило? Опять, ну за что? Блин, я как-то запишу эту карту или нет? Не до конца жизни ее надо записывать или что? Вот это я неудачник. Слушайте, ребят, кента расплющило. Ну ништяка, ты куда? Это лава, братан! Возможно, мы с тобой как-то договорились бы. 15 очков! О нет, мы все умрем! Быстрее, мне нужна еда! Срочно, еда! Житель, я тебя скушаю! Братан, сынка, в рематч, но ты еще слишком маленький. У меня 15 очков, надо срочно кого-то схавать. Сверху где-то должны быть жители, вот я их тоже хочу скушать. Жители вы где? 8, 7, 6, 5. Опа, плюс 1. Ну, неплохо, неплохо. Кента пока немножко подкрепился. Опа, корова, здорово, всем здорово. О, вот это то, что надо. Обратно 70 очков, я обратно на коне. Все нормально, Кента пока жив. Так что, ну, не волнуйтесь, кто волновался. Ну, хотя кто там волновался? Здорово, бандит. Здорово! Здорово! Ты куда бежишь-то, школьник? От кента не убежишь. От кента еще никто не убегал. Здорово, тут еще два жителя. Ну давайте всех над ним. Ты не в ту сторону идешь! Давай поворачивай вверх. А ты куда на дно Ютуба идешь? 70 очков. Да я вижу, что 70. Маловато, конечно. Ну, в принципе, нормально, нормально. Пойдет! Ну давай, поднимайся ты наверх. Я не знаю почему, но мой уважаемый червячок не хочет подниматься наверх. Так, вот этого жителя я тоже, наверное, лучше скушаю, потому что он такой аппетитный. О, ням-ням-ням-ням-ням-ням. Было приятно, сынки, в рематч. Ты был очень аппетитным молодым человеком, но сегодня не твой день. Здоров, бандит, здоров, я тебя тоже скушаю. Да, блин, тут я мазила. О, слушай, ты даже не знал, что можно останавливаться на одном месте. Ну так вообще изи, изи-гаточка, да? То есть, если мне надо кого-то убить, я просто делаю вот так. И куда мне надо прицеливаюсь. Так, так. О, все, изи-бризи. Так, слушайте, еще кто-то живой остался или нет? Ну, я думал, что я уже всех нагнул, но, по всей видимости, еще есть кто-то живой. Только где? Вот это уже вопрос. Вы где все? Блин, они прям как динозавры уже вымерли. Их просто нету. Это печально, печально. Потому что Кен хочет кушать. А кушать нечего. Кстати, в реальной жизни я тоже хочу кушать, так что надо побыстрее записать и идти хавать. Ой, ну это долго или нет? Слушайте, ребят, я, конечно, извиняюсь. Вот я, Кента ПК, я, конечно, извиняюсь, но Кента ПК хочет уже кушать. Побыстрее никак нельзя. Ну, блин, надо было серьезно посмотреть перед началом, моей игры, как там кто-то другой играл, потому что, ребят, очень много времени отрачено на все это. О, как обычно, кента плющит. Так, ну давайте я выхожу, то есть уже по старинке, по дефолту, то есть мы уже знаем, что надо делать в такой ситуации. Я просто выхожу, нажимаю одиночная игра и перезахожу. Мы ждем, ребята, буквально пару секунд, ну или пару десятков секунд. Ну, главное, ждем. Ребят, вы главное ждите, а уже все остальное будет само по себе. О, мы продолжаем. Ну, давай уже. Поехали, покатили. Сейчас обратно. Ой, 8 очков, но почему так мало? Было же 50. Куда они все пропали? Ну нафиг, блин, не буду больше играть в эту карту. Да не годись, серьезно. О, давайте, схаваем его.
Я спасен, ребят, я получил ускорение, но у меня 0 очков. О нет, как же все плохо, кажись, все. Кенту пришел конец, ну давайте я похаваю эти коробочки. Но даже эти коробки мне не помогают, не дают мне дополнительных хп. Эх, а все так хорошо начиналось. Походу, сейчас Кента ПК умрет. Конечно, я не хочу умирать. Опа, там еще была курочка, возможно, с этой курочки я еще не победил. Курочка, иди ко мне. Ну, ребят, как я понимаю, мне надо убить все живое, поэтому эту курочку я тоже убью. 0 очков. О, я еще жив? Фух, аллилуйя, я уже думал, что уже все, хана. Конечно, нет, ребят, Кента пока жив. То есть Кента просто так не сломать. Кента пока, парень, хоть куда? Даром, житель! Так, минус один житель. Сундучок, давайте сломаем этот сундучок. Лишним не будет. А кто тут есть еще? Слушайте. Да вроде никого уже живого нет. Уже... Ой, будильник, подождите, ребят, будильник звонит. Мне уже пора вставать, а ну-ка один момент. Да все, я уже встал, давай прекращай. Отложить, все, все. Кенда пока уже встал, поэтому, ребята, надо заканчивать. Еще минус один житель. Так, ну что там, еще кто-то живой есть или нет? Ребят, уже нагнул всех, и вся Руся... Руся, да? Всея Руси, Кента, нагибатор 228. Но никого нет опять. Ну, блин! Никого нет, ну уже все, ребят, Кента пока должен уже завершить этот левел. Но он почему-то не заканчивается. Ты можешь продолжить игру, когда ты покинешь игру. А ну-ка. Ты можешь продолжить свою игру, когда ты выйдешь из нее. Или нажми сюда, чтобы сделать ресет карты. Не-не-не, ресет мне не надо. Кента пока хочет всех нагнуть. По крайней мере, попытаться, что ли. Не, это реально обидно. Я-то думал, что я уже всех нагну, что уже, ну там, не знаю, за 5 минут закончу эту карту. Просто пройду ее на изи. Но тут, ребята, карту проходить, наверное, 5 лет и 5 ночей. 5 лет и 5 ночей. Ну да, да, Кента пока могёт проходить. Так, тут тоже никого нету. Слушайте, молодые люди, вы куда все делись? Уважаемые мои любимые жители, пожалуйста, покажитесь, иначе будет вам хуже. Это я на полном серьезе говорю, потому что Кента пока уже не шутит. Мне уже эта карта начинает бесить, поэтому, ребята, без шуток на полном серьезе говорю, что всех жителей нагну. Пусть они только не попадутся на горизонте. Так. Аллилуйя! Я прошел карту! Не может быть! Ребят, поздравьте, Кентан! Настал этот прекрасный момент. И на этом просто замечательном моменте, я думаю, что уже можно заканчивать. А, не, нельзя заканчивать, Кента пока завис, да? Я завис! Как же это мило, слушайте, ребят. Как же это мило с вашей стороны. Давайте, как обычно, произойду уже миллионный раз за сегодня. Но чего не сделаешь ради моих любимых подписчиков. Так что, ребятки, я перезахожу. А вы пока что можете мне пожелать удачи на левел номер 2. Ребята, я напоминаю, что если будет много лайков, много комментариев, много репостов в социальной сети, я это тоже проверяю, это очень важный фактор, то, ребята, будет продолжение. А с вами был ваш Кент. Всем удачи, всем бобра, всем добра и всем пока.